Контейнерный пылесос с HEPA-фильтром. Распаковке пылесос Hyundai с артикулом HYV-C3075. В комплекте с ним идет телескопическая трубка, гибкий шланг, щетка для пола и ковров, щелевая насадка, инструкция и гарантийный талон. Это классический проводной пылесос в красно-черном пластиковом корпусе. По бокам расположены два больших прорезиненных колеса. Над ними находятся серые кнопки. Одна включает и выключает пылесос, другая сматывает шнур. Его длина 5 метров. Спереди прозрачный контейнер-пылесборник на 1,5 литра с ручкой. Его легко вытряхивать и при необходимости мыть. Модель оснащена HEPA-фильтром, который задерживает частицы пыли во время уборки. А теперь перейдем к насадкам. В комплекте идет стандартная щетка для ковров и полов, а также многофункциональная щелевая насадка для уборки грязи и пыли в углах, на мягкой мебели и в труднодоступных местах. Мощность пылесоса составляет 2000 Вт, а мощность всасывания – 380 Вт. По отзывам пользователей, прибор хорошо очищает ковры и справляется даже с шерстью животных. Этот пылесос – классический вариант для сухой уборки дома или на даче. У него вместительный контейнер, фильтр и две насадки. Плюс есть функция автоматического отключения при перегреве.